Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Сегодня, короче, мы будем опять продолжать тему по поводу ремонта канализации. Итак, в очередной раз мне пришлось, короче, сделать такую штуку, как разобрать пол на кухне и взять волшебный трос для того, чтобы почистить канализацию. Вот. В общем, залез, почистил, выковырял вот такие пробки. Блин, такую здоровую пробку, просто ее разбила тросом. И сейчас проверка будет, как она работает, канализация. Слив на кухне получается. Вот. И очень часто бывает, что люди говорят, там надо кинуть лимонную кислоту, короче, там соды добавить, кучу говна всякого химического. Ну подумайте сами, как вы такую пробку, короче, будете разламывать. Смотрите, на ее масштабы. Да что ж ты. Это же полная жесть. Ух. Ее задолбаешься смачивать, чтобы она развалилась. Приходится делать все строго с тросом. Где у нас наконечник от троса, сейчас покажу. Я уже неоднократно снимал такой видос. Вот такой трос. Суете его в дыру канализационную и понеслась. Химия вам здесь не поможет. Это касается частных домов, где, допустим, работа происходит в квартире, там может быть это прокатит. Здесь нет. Здесь надо, короче, брать. Сейчас посмотрим, как у меня. Тут сейчас вода может пойти, потому что у меня получается такой прикол. Если я чищу канализацию на кухне, допустим, здесь тросом поелозил, тросом толкаю туда, в ту сторону, она идет в ванну, этот слив параллельно, не параллельно, даже, а в одну дырку, и потом начинает забиваться ванна, и мне приходится еще на улице работать с канализацией. Такое тоже бывает. Так что это такой процесс на полдня. Ну, блин, походу здесь тоже стало. Интересно получается. Но все с тросом исключительно нужно делать. Без всяких там кротов, херотов и всего остального. Ну, сейчас посмотрим. Может, еще. Может, это поможет, но обычно не помогает. И надо тросом пролазить, короче. И все дело смывать. О, звук вроде идет. Так, ладно. Заливаю я обычно горячую воду, потому что когда почистил трубы и споласкиваешь горячей водой, то все жиры, короче, смывает, которые на стенках остаются там. Не все, но часть. Ну, сейчас будем смотреть, что еще здесь. Здесь, походу, стоит, значит, пробка протолкнулась дальше от кухни до ванной. Надо будет все это дело ковырять дальше. Ничего страшного. Что ж поделать, любим мы секс дома. Это так вот выходные, короче, проводим с такими вот прибамбасами. Ну, это редко бывает, там, я не знаю, раз в 3 месяца каких я канализацию чищу. Ничего. Интересно. Порой бывает. Главное, чтобы силе били время и желание. Всем всего хорошего. Чистите тросом канализацию. Химия бесполезна. Проверено. Это касается тех, кто живет в частных домах. В квартирах там все попроще. Ну, это порой бывает, что приходится использовать вот эту вот интересную приблуду тросиковую. Всем всего хорошего. Можете поставить пальцы так, вот так. Желательно подписаться. Вот. И всем спасибо.